Привет, бро! Мы Lucky Bro! Это сегодня видео про обзор автомата. Автомата называется X-Shot. О, молния! А сколько там патронов, Макс? 100! 100 патронов! Сейчас подожди, покажем зрителям. Вот такой автомат. Огромный он. Ну-ка возьмите кто-нибудь в руки, подожди. Я! Он не огромный. Маленький такой. Я думал, что он больше, но на самом деле маленький. Только не нажимай на кнопку! Только не стреляй пока. Он заряжен! Сейчас, короче, мы покажем, что там и где, как делать. Берем, нажимаем вот на эту кнопку. Держим и отводим вот эту штуку в эту сторону. Потом вытаскиваем этот барабан. В этом барабане можно вытаскивать патроны и втаскивать вот так. Ну-ка, покажи патрон в камеру, какой он. Вот такой патрон. Тут есть специальная дырочка для вот этой палочки. Ну, покажи. Вот такие. Он мягкий вообще? Этот патрон, он мягкий. Только вот это немножко потвердее. А если попадет в человека, что будет? Ему будет не больно, ну, мы поняли. Или больно. А в кого не попадал такой патрон? Да уже во всех. В кого? В него и меня. Ну, а в папе нет. И в маме нет. Ну давай, что дальше? Так. И дальше сейчас вцеплю. А как он вставляется? Ну-ка покажи. Смотрите, как он вставляется. Тут есть специальная такая дырочка. Угу. Для вот этой штуки. Сейчас я вставлю. Давай. Эй, куда покатился? Вставили. И теперь нужно сделать так, дощелкать. Все. Также здесь есть вот такая переключалка. Как вы заметили, уже вот здесь вот два ряда. Сейчас она... Патронов? Угу. Сейчас она на какой-то ряд переключена. Вот на если день. Мы передвинем сюда, то она будет, например, на этом ряду. Если мы передвинем сюда, то будет выстреливать вот этот ряд. А, то есть выстреливает или внутренние патроны, да, по кругу, или внешний круг патронов, да, по очереди. Понятно. А вообще тяжелый он? Ну, немножко. И, а для меня он легкий. И вот тут такая подзаряжалка. Сейчас пойдем мы в коридор и покажем, как подзаряжать. Что, пойдем попробуем? Итак, сейчас по очереди постреляем каждый ряд, да? Мы приготовили мишень, чтобы Вова в нее стрельнул. Так, ну покажи, как его заряжать и как он стреляет. Смотри, как его заряжать. Видите вот эту вот штуку? Угу, ну-ка. Потом смотри, делайте так до конца, чтобы щелкнуть. Потом нажимаешь на кнопку, и он выстреливает. Ну-ка, покажи, как барабан крутится, когда заряжаешь, давай. Он включил. О. Он включил один раз попал. Ты не стреляешь. Так, что, у тебя кончились патроны? Вот смотрите, да. Один ряд уже выстрелил, да, видите? Вот здесь были патроны. Сейчас я буду перезаряжать. Вот. Другой ряд, чтобы, да? Давай. Во, теперь будет это. Макс, а теперь буду стрелять я. Я должен попасть в цель. Макс, стой. А куда ты стреляешь-то? В какой чё? Теперь у нас кончились все патроны, и они валяются там. Да. Посмотрите. Нифига. Все. Собирайте. Теперь посмотрите, как я пока вытаскиваю эту штуку. Смотрите, нажимаете на эту кнопку, потом отодвигаете, отпускаете. Делайте. И катите, и катите.
потом вставляете туда патроны, да? Да. Вот палочки, которые... Ну, покажи. Там есть дырочки, и в эти дырочки попадает эта палочка. Ну, покажи. Смотрите, вот эти вот штучки, там вот эта штука вот так дергает, и они выстреливают. Вот смотрите. Это не видно. Давай его покажем механизм, как вот это переключается. Воздухом выстреливает. Смотрите, механизм, как вот эта вот штука переключается. Мы двигаем вот эту штуку, и это вот механизм, он двигается. А-а-а. Дай я посмотрю. Ну, понятно. Я хочу сказать прикол, то что, вот смотри, то что вот тут вот кнопочка. Пик-пик-пик. А что это за кнопочка? Не знаю. И тут пик-пик-пик. Ну ладно. Давай еще вставим патроны. Мне больше всего нравится вставлять по два. Это очень быстро. И мне нравится сначала этот ряд, потом этот. А по два быстрее. А ты сразу два. Итак, сейчас я вам что-то покажу. А покажи еще запасные, сколько там патронов было. Там еще больше, чем у нас сейчас здесь. Короче, было две коробки, да? Да, таких. И вот. Зарядили мы половину полностью. Вытащили и вставили туда. И еще половина осталась. Сейчас я вам что-то покажу. Макс уже почти зарядил. Угу. Еще две пульты осталось. Еще не растеряли патроны по всей квартире? Спины! Кстати, мы сделали такой эксперимент, как этот, как эти патроны, они хотели, ну, мы делали так, чтобы они пробивали бумагу, но они ее, кстати, не пробили. Мы уже истратили вот этот вот весь барабан, но патроны не пробили бумагу, так что мы бумагу разбили кулаком. Я разбил. И вот, я хочу вам показать что-то прикольное, что-то из Майнкрафта. Вот, ТНТ. Это я его сделал. Давайте тогда будем стрелять вот в этот колокольчик. Вот в этот колокольчик будем стрелять. Итак, Макс сейчас будет стрелять в колокольчик. Да. Он будет звенеть вот так. Стреляй. Ой, вовки. Вот попало. Блин, это опасно. Нет, не опасно. Мне не больно. Фига, как они отлетают. А когда ты в стену вот это стреляла, мне в нос вот. Ну, осторожнее надо. И было слабо. Почти попал. Прям в тебя, ты чё? А как он не попал в это? А, в меня. Когда будет звук, блин, значит попал. Во. Один. Попал. Я так, считаю. Кто больше пойдет? Еще раз что-то попал? Но он что-то отскочил и попал. Я в денечку попал. Ну, кто? Я считаю. Два. Угу. Три. Смотрите, какой счет. Три. О. Смотрите, какой счет. У него уже счет такой. А у меня будет счет больше. Ух ты, прям туда попал, прям в денежку. Сколько? Прям в монетку попал. Пять, два. Летели, надо будет в зале искать. Угу. Спорим, я считаю. О, Вовка переключил, да? Надеюсь, что будет больше, если я сделаю вот за это. Да, вот за эту линию, давай. Встал? Нет, по-моему, ты вот так облокачивался, наверное. Да, ну, короче, так. Давай. А у Макса-то больше патронов было, у него же большой круг. Один. Ой,
ты попал, но он чуть не зазвенел, не понял. Один пока, да? Стоп! Ты делай так, чтобы вот эта вот штука прям ровно на колокольчик попала. Один. Два. Три. Три подряд. Какие? Еще. У тебя шесть? Я семь. Да, да, семь. Семь по семь. У меня четыре. У меня семь. Ты по-моему задел чуть-чуть. 18 тебе. Все, Макс выиграет. Подожди. Давай, давай, давай. Давай, давай. Еще одна пуля, последняя. Давай, давай. Пять. Подожди, Макс, а у тебя-то больше выстрелов? Потому что у тебя большой круг. Давай посчитаем, сколько там. А, нет, 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 они же все попарно идут, все правильно, они идут по две. Вот, раз, два, три, то есть одинаковое количество патронов. Итак, у Макса так сколько? Что я... У меня семь. А у тебя? Пять. Ну и ладно, чё, бывает. Тоже классно. Они еще в зале, вон там, посмотрите, лежат. Макс, ты сначала, потом я. Нет, мы вместе. Хорошо, ты. У тебя больше. Поделись со мной пульками. У тебя больше. Да. Нет, поделись со мной пульками. У тебя больше. Если вам нравится это видео, ставьте лайки. Если вы хотите, чтобы еще были видео про автоматы, конечно же, набирайте, пожалуйста, 1000 лайков. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Lucky Bro и всем пока! Раз, два, три! Пока!